К дисбалансу энергосистемы может привести дальнейшее размещение майнинг-центров в провинции Квебек, Канада. Энергокомпания «Гидроквебек» пересматривает коммерческую политику, так как количество заявок на размещение майнинг-центров в Квебеке всего за неделю превысило 70. В последнее время Квебек привлекает внимание майнеров по всему миру, особенно из Китая. Производитель майнингового оборудования «Битмейн» Пекин собирается открыть дата-центр в Квебеке. Уже ведутся переговоры с местными энерговедомствами. Представитель «Гидроквебек» Марк-Антуан Пулье говорит: «Мы получаем десятки заявок каждый день. Это вынуждает нас обозначить свою стратегию. Мы не сможем обеспечить электроэнергией всех. Ситуация развивается очень быстро, потому мы должны быть предусмотрительны».